Hey, you guys, в Мишмаке мы продолжаем родить игру под названием Metamorphose S. Короче, смотрите, что сейчас будет. Если я сдохну, ребят, это жопа, потому что... У меня... Я не сохранялся вообще, когда мы в прошлой серии собирали вещи. Поэтому сейчас нужно быть очень осторожным. Хотя у меня есть одна банка хила. Это финальный босс. I know. Я знаю, что один объект живой. Это не ошибка. Аши контролирует мир профессор Гэри. Новые объекты... В что-то там. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это новый объект не... Выполнен один фактор. Так, мне нужно палац спрости, а я должен быть живой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты хочешь потанцевать? А. Так, подожди. Инвентарь. Не, если это финальный босс, то это обидно. Хотя, плевать. С другой стороны. Ау. Так. Сила. Инвентарь. Мана. А, все? Ну, я получил ключ. Вопрос, что это за ключ? Так, ну перышки я все собрал. Осталось мне найти где-то вот это железо непонятное. Так, что здесь у нас? Нихера, у меня еще есть драконьи яйца. No bad. Вообще неплохо. Удача высокая. Так, чузы. Так, нужно сплавы железа мне. А перчатки что мне нужно? А ракушечка и какой-то... Предмет непонятный.
Так, инвентарь. Сразу в ключ посмотреть, или вот тут у меня нету, походу. Походу не здесь и не здесь. Походу эта серия еще будет, короче. Ну тут, в принципе, осталось уже ровным счетом ничего. Ладно, побежали в этот... в локацию с пиратом. А потом в телепорт. Вот еще один материал. В замочке у нас был. Так, а теперь вопрос, куда мне? Вниз, я еще вон правую территорию, видите, там закрыто, еще туда схожу. Блин, в этом режиме у меня немножко урона поменьше. Минус сплинтер, впервые вижу, как он атакует вообще. Так, где образ? Все. Ну. Или хпшку еще вкачать. Так, это я собрал. Даже легендарный уже предмет собрал. Resistant Blade я не знаю, где взять. И Iron Puff, да. Тоже хер знает, где он. Поэтому надо искать, надо искать. Сейчас, короче, пойду к двери, которая находится вон аж там. Немного выше фиолетовой херни. Так, ну что, поехали тогда. Полет. И наверх. Посмотрим, куда это нас приведет. Тихо, нет. Сохраняемся. Готово. Ну я все собрал. Хлоп, хлоп. Так, подожди. Это ж уже другой, да, проход? Походу как раз здесь я должен был найти. Так, перчатки. А, у меня такие же. Ладно, пойдем в эту сторону. Топаз. Гордо зомби. Камень 9 уровня. Так, а топаз у нас для чего? Это последнее кольцо.
Та-т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 а-
Так, фармим, чтобы выпадеть зомби. Зомби выпал тоже топаз. С большого вот этого. Так, этот наш приятель уже был. Тогда интересно, что с этого здоровяка выпадет. Жадейти какой-то с него падает. Ау. Падает какой-то Джетейти. Вот он, да? Джетейти. А, это последний этот. Походу, это последняя локация. Воу-воу-воу. Так, минус псина. Куда мне это приведет? Ясно, куда-то очень далеко. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ладно, пойдемте вниз. Налево. Еще проход налево. Так, здесь тупик. Вот откуда он падает. Где мой меч? Дарк. Так, еще могу, да, скрафтить, по идее. Ну, увидели, он шариком кидает, и довольно здоровый урон там у этого шарика. Но этот только вблизи надо бить, а шар он вдальке стреляет. Ну фиг его. Фиг его, фиг его.
Ясно, круто. А, то есть, оно тоже дамажит. Левел ап. О, он ходить умеет. Зараза, укусил меня. Слушайте, ну я думал, лучше сейчас закончить. То, что если тут будет босс, то это уже финальный будет босс. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.